трудно жили, колхозы, зарплата никакой, копейка, никто ничего не давал. Мама платки связала, государство, а мы помогали. Вот, за эту платку и деньги мы жили, как не бьет. Голодный. Это колос остаток собирали. Кушали. Если не соберешь, голодный сидишь. Трава всякой собирали. Ой, Аллах. Конечно, трудно жили. Корова умерла это время как раз. Мама плачет. Хоть корова жила бы, я умерла бы, говорит. Дети не голодные была бы, хоть молоко мало, все продукты ели бы, а мама плачет. Война, как-нибудь живем. Одна мы, что ли, там все так живут. Папы нету, войны. Ой, Аллах, вот старше меня сестра, 24-го года была. Тоже на ФЗО брали. ФЗО была ведь тогда. А первая эта сестра старше 21-го года. Ее оставили. Кормить надо, ведь нас, воспитывать надо. Оттуда она болела и приехала и умерла. А вот помните само начало войны? Расскажите, пожалуйста, о начале. В начале войны, я помню, мама меня масло это делала, продать это кахула, кинозалка пошли мне. А там, оказывается, война уже там же, как мне говорили, большой там совет, там быстро знает, чем деревня. У нас телефон, ничего не было тогда быть. Ой, народ собирали, все плачут. Многих уже вызывает на войну молодых. А мы вернулись домой. Мы вернулись, и у нас так же собирали на это место наше. Мы там далеко там, наверх выбирает уже на войну в каком-то году, вот, молодых они. Как хочешь, так и живи. А учиться вы могли? 4 класса кончил ведь меня. Это и мама не была, и папа не было. И пятеро. А чего только не работали мы колхоза. Ой, Аллах, ой, Аллах. Mm-hmm. И пололи, и убирали, и это урах, блин. Как-то. Мололи? Это палками. Это били зерно. И сами выбирали все. Семенами, руками выбирали. Мешками принесут домой. Учили, и это вешает. И мешками вешает. А как же там нету ведь? Каждый радовался, конечно, праздновали. А у вас отец не пришел с фронта? Пришел. Вот уже хорошо. Живой пришел. Угу. Мой отец хороший был, плотником работал. И сапожник, чего только не мужил. Все работал. Как вы его встречали? Помните этот момент? Ой, Аллах. Как встречали? Мы ладно плачем, а он сам... Он сам даже терпеть не может.